Говорим по-английски, по-немецки и по-французски. В гимназии номер 32 в очередной раз открылся фестиваль иностранных языков «Интерлогос». Насыщенная программа рассчитана на 2 дня. За это время более 70 ребят из 11 школ города станут участниками лингвистических мастер-классов, представят свои научные проекты и приобретут навыки, которым в школе не научат. Фестиваль не узколингвистический. Ребята представляют работы в самых разных сферах деятельности. Фестиваль заявлен в 6 секциях. Это и физико-математическая секция, и секция краеведения, и секция гуманитарных предметов, и секция предметов эстетического цикла. Один из мастер-классов посвящен ораторскому искусству. Опытные педагоги учат школьников справляться с волнением перед публичными выступлениями, рассказывают о разных видах дебатов и дискуссий, предлагают поспорить на выбранную тему. Мы здесь выбрали самые важные такие вот навыки, которые пригодятся ребятам. Мы рассказываем, тренируемся, проводим небольшие интерактивы для того, чтобы они могли прямо сейчас потренироваться, что-то проявить, показать и внести с собой эти навыки. Изучать язык интереснее, если параллельно знакомиться с культурой иностранного государства. Проверить свои знания ребятам предложили в формате викторины. 2 команды по очереди отвечают на вопросы из разных категорий. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. У нас очень хорошая сплоченная команда получилась. И кто-то знает одно, кто-то другое, и очень быстро отвечаем. Мне очень нравится, потому что на мастер-классах рассказывают много интересного. Также очень много того, чего мы не проходим в школе. Гимназия номер 32 славится высоким уровнем преподавания иностранных языков. Ребята помимо русского изучают английский и немецкий. Это позволяет не только рассчитывать на поступление в престижные вузы, но и повышает шансы при приеме на работу в будущем. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.